Що, друзі, до нашої студії завітали засновниця Dream Camp Анна Ганжул та Маргарита Папкова, співорганізатор Donut Day і Easter Bunny. Доброго ранку вам всім. Доброго ранку. Ви так багато у мене сьогодні гостей. І невеличкі, ну, у нас такі маленькі помічники сьогодні будуть. Надія Мжагіра, думаю, їх вже всі знають, перед цим читали, тепер будуть робити корзинку для пасок. Все. Тож давайте спочатку, поки наші будуть маляти починати робити майстер-клас, поговоримо трошки про сам Dream Camp. Це щось новеньке у нас в Миколаєві. Розказуй, що за чому, що це за, я так зрозуміла, табір. И какая его идея? На самом деле, действительно, это лагерь для детей по изучению английского языка. Скажем так, лагерь для детей по изучению английского языка – идея не нова. Но нова его подача, новый материал, скажем так, потому что у нас есть авторская программа от нашего ключевого тренера курса, тоже нашего соорганизатора наших всех мероприятий Анастасия Мельченко. Поэтому наша программа очень увлекательная, очень интересная, и мы решили применять такой формат, чтобы у детей в наших мероприятиях они учили английский путем различных мастер-классов. И вот, собственно, таким примером является наше первое мероприятие Donut Day, которое мы проводили совместно с общественной организацией «Оберег», которое было благотворительным. У нас было тоже очень много деток, которые были, к сожалению, из семей, в которых сейчас нет отцов. Вот, и, но тем не менее, детки с их мамами хорошо провели время, испекли пончики. Также у нас были тоже ребята, которые тоже к нам присоединились из полных семей. И такое было душевное, интересное семейное празднество, там, где и дети, и родители смогли провести свое время вместе. Ну и, конечно же, стоит помнить о том, что данный мастер-класс проходил именно на английском языке. І да, они... розкажи трошки детальніше, як це відбувалося. Я ж думаю, не всі дітки добре знають англійську. Проводилось англійською і десь був переклад, чи як? Да, 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 да. На самом деле, у нас очень много было на самом деле английского. Во многом своем Анастасия, как ключевой тренер, вела и на русском языке, и на украинской мове, потому что детки очень хорошо сейчас владеют украинской мовой, это очень хорошо. И действительно, английские слова. Было очень много игр. Когда они знакомились, ну, конечно же, многие детки знают, как представить себя. Те, кто не знали, они этому учились, прямо на мастер-классе. И, конечно же, первым таким заданием на Donut Day было это найти свое прилагательное, описать себя. Да, это уже сложное задание, но тем не менее наши малыши справились. Мы специально для них подготовили такой словарь. Там, где каждая буква алфавита, собственно, каждое имя потенциального участника, были различные прилагательные. И дети выбирали, какие они. Активные, яркие, интересные. Это было весело да, и детям. Да. А я еще читала, что батьки еще мають змогу, типу, от провести час с детьми. Тобто не только дети там гралися, и батьки десь поруч теж да, разом да, с ними да, были. Конечно, так? Конечно. У нас были еще общие задания, так как это был такой кулинарный мастер-класс, то у них одно из заданий, к примеру, было составить рецепт. Ого, да, это как да, серьезно. Да, да, да. Мы специально сделали такие заготовочки, и здесь уже нам пришли на помощь родители, опытные мамы, которые умеют хорошо готовить. И, конечно же, мы сделали такой, скажем так, можно сказать, собрать пазл этого рецепта. Мы подготовили рецепт. Рецепт, конечно же, был на английском языке. Вот, и здесь у нас уже учили, учились и детки, учились и родители дополнительно, вспоминали лексику или же учили какую-то новую лексику заново. Конечно же, это сложно, правда, учить, вот если ты не знаешь там каких-то слов, поэтому у нас все переводилось постоянно, мы подсказывали, помогали, ну и, конечно же, у нас было очень много дополнительных материалов, это и видео, по которым можно было понять, где какое слово что означает, ну и, конечно же, это различные словарики с картинками яркие. Точно так же у нас сейчас будет на пасхальный мастер-класс. И мимика. Я и думаю, мимика, конечно, конечно. Так, я думаю, варто уже звернутися до наших майстрів, що вони роблять. Маргарита, розкажіть трошки, що сьогодні, от, що це за корзинка, що роблять? Бо наші вже там малюють дітки, вже захоплені роботою. Розказуйте. Ну, я коли ходила до магазину, до наших, до крамничок, я побачила такі чудові корзинки з фетру. І ми зараз, ми повторюємо такі, як продаються, це точні копії, але з таким авторськими їх доповненнями, а на самому майстер-класі у нас буде трохи інший дизайн, та ж концепція, але дизайн буде, ну, вже наш,
вже авторський, тому приходьте до нас, і ви побачите, як зробити гарні-гарні корзинки, в які дітки можуть покласти свої крашенки, свої пасочки, і з ними можна піти їх святити. Так, ну окрім фетру, що нам ще потрібно, так, ось, щоб діти фетру, робили? Я розумію, деякі матеріали не для діток, це треба так, саме з батьками. Ніж, яким ми самі виріжемо для діток, підготуємо. Дітки будуть користуватися тільки ножицями, можливо, фломастерами, якщо вони захочуть так прикрасити. На майстер-класі у нас буде силікатний клей, тобто не буде ніякого пістолета. Це зараз ми для швидкості взяли, звісно, тому що їм можна опектись трошки. І, власне, все, і бажання робити креативні речі, тобто не так багато матеріалів, це дуже легко потім повторити ще вдома з батьками, провести з дітками так час. Я знаю, що на Donut Day робили пончики, там прикрашали. Наскільки у дітей якісь оригінальні, можливо, ідеї були? От розкажіть, які були ідеї? Ну, потім ми подивилися на ці пончики, це просто вибух креативу. Дуже вони кольорові, дуже вони яскраві. Хоча наші дітки не звикли до таких саме донатів, вони бачать зазвичай пончики, але вони настільки їх гарними зробили, що, мабуть, навіть Dunkin Donuts американський позаздрив нам. Можливо, ще й десь викуплять ідею потім пізніше, так? Так, ну добре, ми не будемо вам заважати продовжити, бо діти там захоплені роботою. Розкажи трошки про Easter, зараз Easter Bunny. Да, що буде на вихідних? Коли, як, о котрій годині? Наше мероприятие буде проходити в торговому центрі Южний Бух, в кафе Монж. Тоже очень уютная такая пекарня, кондитерская. Вот, там уже выставлена такая выставка пасок, крашенок. Ну и, конечно же, в такой атмосфере пасхальной будет проходить наш мастер-класс. Конечно же, у нас там будут фотозоны, там, где все участники с самого начала мероприятия смогут и пофотографироваться. Ну и, конечно же, в этой фотозоне будет приятно получать и подарки, и призы. Потому что мы приготовили для наших участников очень много подарков, призов, ну и, конечно же, различные сюрпризы и розыгрыши. Що також будуть на нашому мастер-класі. Наш мастер-клас ми обычно начинаем с предсказаний. Поэтому все наши участники, и мамы, и папы, и, конечно же, детишки приходят и вытягивают предсказания. Предсказания, конечно же, у нас написаны на английском языке. А, это треба ще их десь перекласти, так? Да, поэтому тем, кто не совсем обладает и не знает какое-то слово, могут воспользоваться смартфоном, перевести, и такой, скажем так, большая мотивация изучать язык, узнавать что-то новое, когда ты вытягиваешь предсказания. Я просто по себе знаю, что я очень сильно люблю такие вот всякие моменты, и наши участники всегда этому очень сильно радуются. Я думаю, девчата все полюбляют такие моменты, а дети то взагалі там, ой, як цікаво, що ж це буде, думаю, більше всіх вірять у ці передбачення. Окрім, я так розумію, будете робити корзинки, що можливо ще, які майстер-класи? У нас майстер-клас конкретно этот будет, это корзинка, ну и, конечно же, это будут различные игровые задания по английскому языку. У нас подготовлена целая программа, дети будут учить тоже песенки пасхальные, будут учить новые слова в игровой форме. И, конечно же, очень много у нас будет заданий на объединение детей между собой, для того, чтобы они еще больше коммуницировали между собой, развивали свои навыки общения друг с другом, находили новых друзей. Вот это все будет переплетаться. То есть такой психологический аспект тоже для детей, чтобы они развивали свои коммуникационные навыки, изучение английского языка, мелкая моторика, да, мы учим делать что-то новое. Ну и, конечно же, с такими приятными, красивыми корзинками, ну и домашним заданием. Обязательно у нас всегда есть домашнее задание. Майже школа, да, с домашним заданием. Скажи, чи можно просто прийти, чи вже треба зареєструватися завчасно? Нужно регистрироваться обязательно, потому что этот мастер-класс мы делаем на небольшое количество людей. Скільки? В этот раз мы планируем до 20 человек. Вот, это деток. Потому что в прошлый раз у нас было около 30, и на самом деле это очень было интересно. Мастер-класс такой был с полным ажиотажем, но нам хочется, чтобы у деток было больше возможностей пообщаться между собой, чтобы у ключевого спикера нашего тоже была возможность с каждым прокоммуницировать. Ну и, конечно же, у нас есть супер-помощники в команде, которые уделяют внимание абсолютно каждому ребенку. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то их, на них сразу находятся ответы.
Ну, хочеться одразу спитати, що буде далі. Які ще плани, які, можливо, ще майстер-класи чекають? Да, ми плануємо проводити регулярні, інтересні тематичні майстер-класи. Це будуть абсолютно різні майстер-класи, і кулінарні вони у нас будуть, і різні хендмейд. Максимально все актуальне, максимально все то, що ребенку хотілося б зробити. Тому що в нашій команді є, дійсно, у нас малыши. К примеру, у Риты есть младшая сестра, также у Анастасии, которая является ключевым спикером нашего курса, тоже соорганизатором наших мероприятий, у нее также есть младшая сестра, и вот, собственно, мы это все узнаем, общаемся благодаря нашим самым младшим участникам команды. Зі свого досвіду збираєте всі ідеї, так, і потім їх просто втілюєте. То есть, таким образом мы оцениваем, что максимально было бы интересно детям, какой формат, чтобы это было действительно вдохновляло, потому что очень часто мы слышим от деток, что им не совсем интересен изучение нового языка, к примеру, что им подают это, возможно, иногда в какой-то более суховатой форме. Поэтому мы сейчас стараемся максимально насытить какими-то яркими, интересными моментами. Ну и, конечно же, изюминкой, таким воспоминанием о нашем мероприятии, это мы снимаем обязательно, у нас есть целый фотокрасивый отчет яркий всех мероприятий. Мы высылаем всем родителям эти фотографии, очень много портретных снимков детей, там, где они проводят хорошо время. Тобто і для дітей корисно, і батькам потім є що згадати, і дітей кудись віддати. Да, так і є. Також я хотіла би сказати, що наш Donut Day був ще тим символічним, тому що ми на даному мероприятті зробили акцент на традиціях, які є в Сполучених Штатах Америки, к примеру, Національний день пончика. Вот. І також ми розглянули історію маленького героя, який, в принципі, ровесник наших дітей, наших учасників майстер-класу. Це герой Donut Дея, такой донат-герой, который полиции в знак доверия от детей дарит пончики. Вот. Ничего себе, це уявляє, як там весело було. Поэтому к нам в финале нашего мероприятия Donut Day пришла полиция, рассказала также о правилах, потому что впереди были каникулы, ну и, конечно же, мы подарили им пончики. Каждый ребенок из своей, скажем так, корзинки пончиков подарил по пончику нашей полиции, ну и, собственно, сделал селфи. А полиция не погладше від пончики? Ну, мы будем надеяться, что нет, потому что на самом деле у нашей полиции очень много забот, вот, и я думаю, что дополнительная глюкоза не помешает. Так, ну що, давайте повернемось трошки до майстер-класу. Що ж там уже виходить, що робите? Давайте показувати. А ми вже підготували все для того, щоб склеїти. Чекаємо тільки, коли наш клей-пістолет розігріється. У нас є такі чудові... Малята, показуйте, що ви зробили. Показуйте. Вони тут зробили авторський сарафан. Дуже гарний. Супер. Це в нас спинка кролика з хвостиком, з лапками. Це в нас з... обличчям, з мордочкою, з лапками. Тут же в нас маленькі детальки. Так, носики, отже, ми просто мушка. Підклеїмо все. Так. Це можливо тільки склеїти. А можливо, покажіть, як воно має бути, бо чи дочекаємось ми, поки розігріється пістолет. Так, от просто як воно має бути. Отак, от ми склеїмо одну детальку, іншу. Так, збирають. І потім... Так, розверніть результаті. Трошки на камеру, давайте покажемо, давайте, що ж там відбувається. Покажемо, як це буде, коли ми склеїмо. Отак, і ручка приєднується, тобто все дуже просто склеюється. Так, показуємо, так. Тільки він трішки, отак. Все, ну, можливо, не встигнемо вже приклеїти, але ви бачите, що вийде. Я думаю, з нашими малятами точно дроблять. Вам сподобався майстер-клас? Так. Буде таке повторювати вдома? Так. Ну, дивіться, я потім подивлюся, що у вас вийде самостійно. Ну що, я дякую нашим гостям, Ані Ганжу, засновниці DreamCamp, та Маргариті Папковій, співорганізатору Donut Day і Easter Bunny. Ну, і нашим малятам, помічникам, які от все ж навчилися робити ось таку корзинку. Я думаю, цікавий захід із англійською мову треба завітати. Я думаю, для малюків це дуже корисно. А ви любите англійську мову? Так. Так, а можете сказати доброго ранку всім англійською? Good morning. А ти? Good morning. Так, ось такий вам good morning від наших малят.